Здравствуйте. Сегодня 17 декабря, пятница 2021 года, 6 часов 20 минут утра. Я приехал в Сан-Франциско, в университетскую больницу, которая называется Маунт Зайон, гора Сион. Я приехал для предоперационной подготовки, которая будет длиться примерно 2 часа. Пациент или пациентка переоденутся в больничный халат, им смерят температуру, давление, сахар, если у пациента диабет. Затем придет анестезиолог, побеседует с пациентом, придет хирург и увезут пациента, но я не останусь. После операции пациента привезут в палату для восстановления, спросят, есть ли боли, если есть, то сколько единиц по 10-бальной шкале, 10 максимальная боль, 0 отсутствие боли. Если боль сильно болит, так через внутривенный катетер ведут обезболивающее. У меня сегодня еще один перевод, по-моему, в Окленде, в Кайзере, в 2 часа. Ну, я приеду, посплю немного. Вот. Утро. Это вот фойе больницы. Здесь спрашивают, не болел ли ты? Не болеешь ли сейчас, но справку о прививке с меня не спросили, она у меня в кармане, между прочим. Вот здесь вот, да, точно. Вот. Это такой листочек бумаги о вакцинации. Вот он. Я 3 прививки сделал, а 4-ю бустерную. Нет, 2 прививки, а 3-я это бустер. Да, точно. Модерной я прививался. Вот.